фойе Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина две картины на исторические темы, которые отражают два больших раздела и истории, и вообще нашей всей жизни, жизни всего человечества. Одну условно можно назвать одним словом – война. Сюда можно отнести войны, революции, извержения, Везувия, эпидемии и прочие грандиозные события, которые так или иначе, но все-таки связаны с разрушением. Вторая картина – это мир. Мирная, повседневная, созидательная жизнь. И человеческая память, к сожалению, устроена так, что он больше это помнит, как раз события, которые относятся к первому разделу, и меньше ко второму. Ну, классический пример – Герострат. Каждый образованный человек знает имя этого жителя древнегреческого города Эфес, который ради собственной славы сжег храм Артемиды Эфесской. Это одно из семи чудес света в древнем мире. Жители издали эдикт, который запрещал произносить его имя, чтобы его забыли. Но прошло 2500 лет, а Герострата помнит. А теперь вопрос. А кто из вас, уважаемые зрители, помнит имена тех людей, которые построили храм Артемиды Эфесской? Разумеется, сегодня, при наличии интернета, достаточно просто найти ответы на вопросы, касающиеся замечательных людей, и добавим событий в любой сфере, в том числе и в созидательной. Но как быть с людьми обычными, незамечательными, коих несопоставимое большинство? И от жизни, работы, отдыха, мыслей которых тоже зависит ход истории? Или не зависит? Ответы на эти вопросы дают ученые сравнительно нового раздела исторической науки – истории повседневности. Один из центров развития этого направления – Ленинградский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Здесь на очередную международную конференцию, посвященную повседневной жизни населения России под углом природно-географических факторов, собрались ученые из 5 государств и без малого сотни образовательных, архивных, музейных, научно-исследовательских учреждений. Темы докладов, взятые наугад. Аборигены и вахтовики на Ямале, повседневная деятельность полиции как фактор формирования общественного мнения, погодные условия советско-финляндской войны в воспоминаниях воинов и жителей Ленинграда. Встает вопрос. Вот мы пришли в этот мир. Чем мы тут занимались? Жили, любили, создавали семьи, растили детей, уходим из этого мира. И такое ощущение, что как будто бы и не было. И такое ощущение, что все пришло, ушло, смысл отсутствует. И история повседневности дает каждому из нас смысл нашей жизни. История повседневности объясняет, что жизнь страны – это жизнь каждого из нас. И история повседневности учит именно этому. Мы, как и миллионы поколений для нас, пришли на эту землю не просто так, а пришли для того, чтобы совершить великое чудо жизни, для того, чтобы сохранить эту жизнь и передать ее другим поколениям. И поколения другие, последующие поколения, должны понимать, что они появились не ниоткуда. Они стоят на мощных плечах гигантов. Все мы маленькие карлики, но на плечах гигантов тех поколений, которые были до нас. И не стоит нас вводить нашу историю из одного угла в другой, там то белые, то красные, и белые, и красные, и те, и другие наши истории. У Валентины Веременко любопытный доклад о факторах, которыми руководствовались жители города Петербурга в начале 20 века, выбирая тот или иной район или квартиру для проживания. Зинара Мухина презентовала свой новый фундаментальный труд «Русская крестьянка второй половины 19-го – начала 20 веков». А Наталья Пушкарева исследовала тему взаимоотношения советских женщин и японских интернированных в послевоенной Сибири в 1945-56 годах. С моей точки зрения, история повседневности позволяет понять нас сегодняшних. Когда мы изучаем эмоциональные реакции людей прошлого, мы лучше понимаем, что является более адаптивным, позволяющим приспособиться к обстоятельствам, в обстоятельствах сегодняшнего дня, в ситуации сегодняшнего дня. Поэтому история повседневности – это ключ к пониманию самих себя.
И в этом смысле, если применительно к женщинам, можно ли делать какие-то взгляды в будущее, зная вот изменения поведения женщин, ну, начиная там с конца, допустим, 19 века, в 20 веке? Вопрос ваш, да, я понимаю. Понятно. Вы знаете, здесь, воспользуюсь фразой нашего советского поэта, недавно ушедшего, Евгения Евтушенко, говорить, что к лучшему боюсь, а говорить, что к худшему опасно. Вот, поэтому трудно предсказать, что будет в будущем. Но в любом случае люди, конечно, меняются. А наши реакции эмоциональные на те или иные события другие, нежели у людей 50 лет тому назад. Тем не менее, общие процессы ментальные, психологические, они очень схожи. И все-таки они позволяют нам изучать, как люди взаимоотносились друг с другом и как они понимали счастье, удачу, предательство, измену в разные эпохи. И таким образом понимать, опять-таки повторю, нас сегодняшних и наши эмоциональные реакции на текущие события. Может показаться, что повседневная история – это мини-история или, скажем так, сбор фактов. Но, во-первых, факты интерпретируются, а во-вторых… Когда мы говорим об истории повседневности, это история жизни, то есть мы изучаем человека. Когда мы говорим политические системы, государства, это все несколько отвлеченно. Вот в этих политических системах живет человек. Он любит, он ест, пьет, он одевается, он работает. И без этого, без его жизни понять более высокие материи, так скажем, политическую систему нет. Ее, конечно, можно, но это будет абстракция. Она не будет насыщена человеком. И это будет, это плохо. Это вот, это, ну, вульгарные истории, так бы мы скажем. Схемы какие-то, законы. История без человека – это… Бесконкретная. Да, без конкретного человека – это не история. А практическая, скажем, практический выход от этих исследований может быть или это искусство ради искусства? Нет, это искусство не ради искусства. Когда мы изучаем повседневную жизнь человека, мы же изучаем и практики его поведения. То есть вот такая ситуация, человек ведет себя там, другая ситуация, он ведет по-другому. И ведь в нашей истории очень много тяжелых моментов, страшных моментов. Казалось бы, человек должен сломаться, он не может выжить в этих условиях, а он выживает, он сохраняет психику, и он продолжает работать на благо государства. И вот это надо понять, особенно молодежи. Потому что вот такое ощущение, они говорят, ой, да вот раньше все было лучше, все было проще. Не было. У нас нет простой истории. У нас всегда было тяжело. И поэтому вот я считаю, что вот история повседневности, история человека, она очень важное направление. И то, что Ленинградский университет это развивает, ну это вот прям честь, хвала и громадное спасибо, что именно здесь проходят эти конференции. Вот, пожалуй, и все. Жизнь каждого из нас – это кирпичик истории мировой. Да, а храм Артемиды Эфесской строили 100 лет по проекту архитектора Херисфена, он сам, а затем и его сын Метаген, а заканчивали архитекторы Пионий и Деметрий на деньги царя-мецената Креза. А затем, после пожара, его восстановил архитектор Дейнократ, а средства выделил Александр Македонский. Уже в новую эпоху храм вначале разграбили готы, затем закрыли христиане, а позже и вовсе растащили местные жители по камушку, по мраморной плитке на собственные нужды. И сегодня на его месте осталась одна колонна.